Местное отделение партии «Единая Россия» получило награду от Государственной Думы РФ. Это только общая команда за успешную реализацию федерального партийного проекта «Народный контроль» на территории городского округа Химки Московской области. Но у нас этим проектом Илья занимался, да, насколько я помню? Селезнев, да, вот он, да, и занимается, да. Поэтому давайте мы да. Илью поблагодарим, это наша общая с вами победа. На заседании актива партийцы обсудили реализуемые программы. Сегодня возникла необходимость подключения к этим проектам не просто расширять охват жителей по проектам, но активно включиться первичным организациям в эту работу.